Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру порадував своїх глядачів новою прем'єрою – виставою за повістю Леонардо Герше «Еті свободної бабочки». Це відома бродвейська історія для молоді про молодь. Оскільки майбутнє країни напряму залежить від підростаючого покоління, актори готові говорити з таким глядачем, вести з ним діалог на його ж мові. Ведь те люди молодые, которые придут в театр, если им будет интересно, то они потом будут приходить в него всю жизнь. Вот. Именно поэтому мы взяли эту пьесу. Пьеса очень интересная, пьеса многогранная. В пьесе заложено очень много интересных тем. Это и тема необходимости веры в себя, чего подчас не хватает нашей молодежи иногда. Это тема о необходимости свободы выбора. Вот. Это все-таки и обращение к проблемам людей с ограниченными возможностями, что тоже очень немаловажно в сегодняшнем нашем обществе. Світом керує любов. Вся вистава насичена цією тематикою. Режисер-постановник Василь Цимбал і актори, зайняті в роботі, торкнулися проблематики надмірної батьківської опіки. Робота над постановкою тривала близько 2 місяців. У головних ролях молоді артисти. У першому складі Тетяна Моджук та Максим Подгай. У другому складі дебютувала Ольга Гриценко з партнером Олександром Єфименком. Что было интересно и замечательно, что в этом спектакле работают также опытные очень кадры нашего театра, одна из лучших наших актрис, Лидия Григорьевна Гашинская, заслуженная артистка Украины, она исполняет роль мамы Дона. Вот, и я думаю, что и молодым актерам было в чем поучиться у столь замечательного мастера, и Лидии Григорьевне было интересно работать тоже с молодежью. Складність і в той же час родзинка вистави полягала у втілені на сцені героя, який не бачить. Режисер доклав максимум зусиль, аби виконавці головних чоловічих ролей уважно вивчили психофізику людей з обмеженими фізичними можливостями. То есть обычные люди общаются, да, мы знаем глаза в глаза, слепые немножко делают по-другому люди, то есть иногда, поэтому, конечно, как ориентироваться по звуку, на слух, то есть очень много было различных этюдов, предложений, очень много работы было именно вот этому тоже вопросу уделено. Было, наверное, несложно, было интересно. Сначала я завязывал себе глаза, ходил по комнате, натыкался на все. Смотрел передачи о слепых людях, интересовался их жизнью, интервью брали у них. Здорово все было, очень интересно. Словом, бродвейську історію варто подивитися усім. Вистава «Еті свободної бабочки» залишатиметься у репертуарі до кінця сезону. Павло Москальов, Тетяна Куренківська, Данило Сліж. Телевізійні новини Миколаївщини.